96 ребят из детской школы искусств имени Розума, из них 48 отличников, отметили свой выпускной вечер на сцене Щелковского районного культурного комплекса. Перед торжественным вручением дипломов уже бывшие ученики продемонстрировали свои таланты и приобретенные навыки. Ребята талантливые, много призеров. Значит, детки наши участвуют в большом количестве мероприятий, много конкурсов, конкурсы, начиная от школьного уровня до международного. Совершенно недавно у нас коллектив «Волна», наш образцовый, привез из Минска 8 первых мест и гран-при. Выпускались ребята из нескольких отделений. Здесь и художники, и музыканты, танцоры, операторы, звукорежиссеры и другие. За эти несколько лет искусство для каждого из них стало неотъемлемой частью жизни, поэтому многие выпускники и дальше хотят им заниматься. Кроме того, большую роль для ребят сыграла сама школа, преподаватели и ученики. Вот просто с нуля научились рисовать. Большое спасибо нашему преподавателю. Собираюсь поступать в архитектурный колледж. Так вот дальше пойду на дизайнер-архитектора. В публичных местах, на сцене чувствую себя более раскованно благодаря тому, что много выступал и приобрел много хороших качеств. У нас очень дружный коллектив. Мы все стали как одной семьей, потому что нас немного, ну и поэтому, мне кажется, мы стали очень дружными. Вот. Думаю, мы будем общаться, конечно же, после выпуска. Выпускной состоялся для учеников, обучающихся по 5- и 7-летней программе. Еще порядка 80 ребят из других отделений 4-летней программы получат свои дипломы в ближайшее время. Екатерина Сусенко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».